По новым нормам, введенным в закон, теперь осужденные за коррупционные преступления не освобождаются условно-досрочно. Однако это возможно, если человек относится к социально уязвимым слоям населения и соблюдает процессуальное соглашение. Более того, правонарушитель должен полностью возместить причиненный государству ущерб и не нарушать правила отбывания наказания. Для таких категорий лиц установлен правовой заслон на отбытие наказания в более комфортных условиях содержания. А для того, чтобы перевестись в колонию поселения, теперь они наряду с возмещением ущерба примерным поведением должны отбыть часть назначенного наказания в исправительных учреждениях. Кроме того, было запрещено немедленно отправлять лиц, совершивших коррупционные преступления, в исправительное учреждение с минимальной безопасностью. Отныне те, кто берет и дает взятки в размере от 50 до 10 тысяч месячных расчетных показателей, будут отбывать наказание в учреждениях со средней степенью безопасности. А те, кто получил взятку в размере свыше 10 тысяч МРП, попадают в учреждения максимальной безопасности. Усилено наказание за коррупцию сотрудников правоохранительных органов и судей. Сотрудники правоохранительных органов и судей наделены особыми полномочиями, и совершение ими преступлений характеризуется повышенной общественной опасностью. Зарина Дюсекеева, Айсаул Ясбек, Павел Соловьев, Жахангер Мукамбетов, Кокша Ахпарат.